демонтуючи зруйновані будинки і вивозять разом із завалами тіла загиблих мирних жителів. Така російська окупаційна влада коїть у Маріуполі. Про злочини окупантів в етері телеканалу «Фрідом» розповів міський голова Вадим Бойченко. Якщо раніше вони підходили к тому, что более гуманно, разбирая завалы, которые они же создали, эти преступления в городе Мариуполе, унесли тысячи людей. То есть раньше они разбирали завалы, вытаскивали людей из-под этих завалов, которые там находились. То сейчас этого не происходит. Они разбирают эти завалы, вывозят этот бетон на свалку вместе, к сожалению, теми людьми, которые до сих пор находятся под этими завалами.